Велик наш Бог. На самом деле он очень великий. Unser Gott ist groß. Мы недооцениваем порой его. Unterschätzen ihn manchmal. Его силу. Seine Kraft und Macht. И вы знаете, вот частицу величия, даже не то, что величие, и величие тоже, частицу власти. Wisst ihr, auch ein Teil seiner Macht hat uns gegeben. У тебя есть власть. Du hast Macht. Да. У тебя есть власть изгонять бесов. Du hast die Macht, Dämonen auszutreiben. У тебя есть власть угонять дьявола. Du hast die Macht, den Teufel написано, zu vertreiben. Противостаньте ему твердою верой. Das heißt, widersteht dem Teufel mit festem Glauben. И он убежит от тебя. Und das heißt weiter, und er wird у тебя von есть dir власть. Fliehen. Du hast Macht. Amen. И все это происходит по вере. Und alles geschieht durch Glaube. Если проблема с верою, то у тебя совсем будет проблема. Wenn du mit einem Glauben, mit dem Glauben ein Problem hast, dann wirst du viele Probleme haben. Не по вере грех, ну не то что грех написано грех, но в то же время у тебя не будет успеха. Wenn du ohne Glauben bist, dann hast du keinen Erfolg. Вообще, что для тебя вера? Что Was такое вера в твоем понимании? Eigentlich der Glaube? Вот скажите кто-нибудь какую-нибудь фразу. Что для тебя, что такое вера в твоем понимании? Ruft mal rein. Was ist für dich der Glaube? Кто? Уверенность невидимая, очень хорошая. Zuversicht in das Unsichtbare. Аминь. Друзья, Amen. На самом деле, если мы не будем уверены в невидимом, Wenn wir nicht zuversichtlich если мы не будем уверенность в невидимом, это знание. Diese Zuversicht ist eine Art Wissen. Я знаю, ich weiß, что мой Бог живой. Dass mein Gott lebendig ist. Иов сказал, я знаю, что Искупитель мой жив. Hiob sagte, ich И weiß, он aber восстановит mein мое разлагающееся und тело. Er wird meinen Körper wiederherstellen. Еще что такое вера? Was ist для noch тебя Glaube? Лично? Für dich persönlich. Мужчина какой-нибудь, давайте, женщина уже была? Eine Frau war schon, lass uns mal einen Mann sprechen lassen. Вот вы хитрые, это так легко. Ihr seid Евреям 11.1. Schlau, Hebräer 11.1. Уверенность видим, осуществление ожидаемого. Und ich verwirkliche dessen, was man erhofft. Без моего действия ohne meine Tat вера никогда не будет проявляться. Wird der Glaube niemals sich zeigen Надо, können. Чтобы ты что-то делал. Es braucht, dass du was tust. Ищущим его die, die ihn suchen, он воздает. Это вера. Das ist der Glaube. Да, осуществлять ожидаемое. Das zu verwirklichen, Но, was du слушайте, hoffst. Ты никогда не будешь осуществлять ожидаемого, если ты не будешь иметь уверенности в невидимом. Еще что такое? Ну, что-нибудь. Что для тебя лично? Was Давайте, ist für dich der подожди, подожди. Подожди. Субстанции, вещи, которые мы ожидаем от Бога. Окей, вещи. Субстанция. Субстанция, то есть вещи, которые мы ожидаем от Бога. Dinge, die wir erwarten von Gott. Извинись, что я перебил тебя. Скажите еще, вы хотели другое что-то сказать? Вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Иаков. Glaube да. ohne Taten ist tot, да, sagt да, Иакобус. Дела надо, нужно делать. Надежда и поддержка. Вера это надежда и поддержка. Glaube ist Hoffnung Хорошо. Und Unterstützung, sagt ein Еще anderer. Кто-нибудь, скажите что-нибудь. Sagt mir noch ein weiteres Beispiel. Вера это не. Давайте громко скажем вера. Lass uns mal laut sagen. Glaube это непоколебимое знание. Ist das ist die unerschütterliche Amen. Das да, unerschütterliche Wissen. Немцы говорят так. Die Deutschen sagen Я сейчас скажу по-немецки. Ich sag's mal auf Deutsch und dann. Я по-немецки, а он пусть переведет на русский. Ich übersetze auf Russisch. Смотрите, немцы у них есть поговорка, я не знаю, есть по-русски тоже может быть. Glauben heißt nicht wissen. Es, перевести. Верить это не значит знать. Так говорят немцы. So Glauben heißt nicht wissen. Верить это не значит знать. То есть это не, они не знают. Это не, я против такой поговорки. Это неправильная поговорка. Ich bin gegen dieses Sprichwort. Вера это знание. Glaube ist nämlich das Wissen. Вера это знание. Du weißt. Glauben heißt nicht wissen. Как это так? Я не знаю. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Вера должна знать, что есть Бог на небесах. Glaube muss wissen, dass Gott im Himmel ist. Моя вера должна знать, что Бог живет в моем сердце. Mein Glaube muss wissen, dass Gott in meinem Herzen lebt. А вот нам не надо знать, потому что мы не видим, ходим, а верою. Wir gehen ja nicht вот слушайте, durch что она сказала. Sondern durch Можно знать, но не видеть. Man kann wissen, Это абсолютно верно, потому что richtig. Вера, Denn Glaube она видит то, что мы не видим. Sieht, was wir nicht sehen. Потому что видимое, Denn das Sichtbare временное, ist а невидимое, aber das Unsichtbare оно вечное. Ist ewiglich. Поэтому вера Deshalb ist der Glaube и глаза наши, und unsere Augen. Знаете, потому что наши глаза, Wisst ihr, unsere Augen это пять чувств. Sind Wie mit fünf видеть, слышать, wir haben diese fünf Sinne. Schmecken, riechen, как я по-русски сюжет. Alle fünf Sinne. Sehen, riechen, видов чувств, schmecken, знаете, fühlen. Да? Ihr kennt sie. Вера не может базироваться на чувствах. Glaube kann nicht на auf diesen Sinnesorganen basieren. Вера, она не находится в глазах. Glaube ist nicht Вера in находится Augen. Где? Wo ist der Glaube? Я не услышал. Ich höre euch nicht. Не слышу. Ich höre euch nicht.
Вы должны так говорить, чтобы все услышали, да? So sagen, also вы не только мне говорите. Вера в сердце. Glaube ist im Ты Herzen. В это веришь? Glaubst du daran? Аминь. Еще что такое вера для тебя? Was ist noch dein Glaube für dich? Вера, вот как вы думаете, вот твое личное, если бы кто-то спросил, неверующий человек на улице, Wenn скажите, вот вы верующий fragt, человек, was да? Bitte, du ein да. Gläubiger, was ist bitte Кстати, der я хотел, чтобы ты сегодня что-то сказала. Вот вы что бы сказали, когда вас спросили бы? Говорит, это женщина. Да-да-да, я вас понимаю. Unsere Schwester sagte, Glaube, Вера, это жизнь для меня. Sie sagte in anderen Worten, Glaube ist Leben. Denn ohne Leben existierst du nur. Давай, брат. Ein anderer Bruder sagte, Glaube ist das lebendige Wort und die Beziehung zu Gott. Да, не то, не Glaube просто ist слово, nicht formell, es ist lebendig. Es ist das lebendige, geschriebene Wort. Потому что, когда Петр услышал слово, Denn als Petrus das Wort gehört Иисуса, hatte von Jesus, способен встать на воду. War er in der Fe- war in der Вера Lage, дает большие способности делать то, что zu führen. Еще кто-то хотел сказать. Вы сказали Jemand что-то anderes? Про душу. Это тяжелая тема. Я не знаю даже, что... Я хочу знать, вот сердце, душа, чем... Ну, то более биологическое. А душа... О душе я одно знаю. Хвали, душа моя, Господи. Über die Seele heißt es, weil man das oft auch mit dem Glauben verbindet. Lobe meine Seele. Славь душа, Господа. Wir singen dieses Lied, lob den Herrn, meine Seele. В общем, мы поговорим с вами за чашкой кофе, хорошо? На эту тему, о душе. Über das Thema der Seele wollen wir später beim Kaffee nochmal zusammen reden. Еще о вере, кто-нибудь вот с этого ряда, там, ну, женщины какие-нибудь... Что вы хотели сказать? Was gibt es noch über den Glauben? Вы вообще верите, да, в Бога? Glaubt ihr überhaupt an Gott? Скажи, вера это... Я знаю, что Бог есть. Это вера моя. Sag einfach, Glaube ist das... Ich an Gott glaube. Ich weiß, dass da ist. Брат, вы можете что-то сказать о вере? Ну, так что вы подумали? Подожди сейчас. Давай, сестра. Ты у него вырвался. Аминь. Евреям 11.1. Это точно. Евреям 11.1. И весь народ сказал аминь, да? Das ganze Volk möge dazu Amen sagen. А если бы вот... Вот вы на детском собрании, что вы детям объясняете о вере? Zum Beispiel beim Kinder, что бы bei der Kinderstunde, was erklärt ihr den Kindern, вот двое, wenn über den Glauben spricht? Кто-нибудь из вас скажите что-нибудь? Erzählt mal bitte. Вот детям что-нибудь вы сказали бы? Was würdet ihr erzählen? О вере. Über den Glauben. Ну, что-нибудь попросту, что-нибудь простенькое. Давай, Лариса, помоги им. Ну да, если ты... Glaube ist wie dieses Beispiel mit dem Strom und dem Lichtschalter. Wenn du den Lichtschalter drückst, dann weißt du, dass das Licht angehen wird, weil Strom fließt. Du glaubst einfach daran und genauso ist es auch im Leben. Веруют. Другое. Я вас понял. Ты молодец. Eine andere Schwester sagt, Glaube ist auch gehorsam, wie Abraham gehorchte. Auch wie bei Noah, wie konnte er denn glauben, dass er den Arche bauen sollte? Es heißt, auch ohne Glauben kannst du Gott nicht gefallen. Хорошо. Можно я начну? Или еще кто-то хочет сказать что-то? Wie sieht's aus? Darf ich anfangen? Вот в белой T-Shirt. Ты веришь Богу вообще? Lieber Bruder, glaubst du an Gott? Веришь. Это самое главное. Вот все с этого должно начинаться. Володь, Alles говори. Fängt genau damit an. Ich glaube an Gott. Аминь. Это брат наш. Аминь. Да, у меня покаялся один бандит однажды, и он усвоил, что надо bekehrt. Богу. Вот он еще ничего не знал о Боге. Er kannte noch nichts он знал, über Gott. Что Богу надо дать десятину. Er wusste, aber Gott sollte man И он себе проповедовал не покаяние, а принести Богу десятину. Sondern bring das Zehntel, bring das Zehntel. Я говорю, Сергей, подожди. Ich sagte zu ihm, lieber Давай Bruder, сперва людей к Иисусу приступим, а потом будем с них уже десятину собирать. Und danach kann man schon über den Zehntel sprechen. Вы еще хотели тоже что-то сказать о вере. Скажите, пока я поднимусь.
Eine andere Schwester sagt, Glaube ist die Gegenwart Gottes, die jede Sekunde da ist. Amen. Все правильно. Amen. Andere sagen, Glaube ist neben Liebe, Hoffnung auch das Wichtigste. Вы взяли свои Библии ваши? Habt ihr eure Bibeln dabei? Давайте мы посмотрим несколько мест Священного Писания, как Иисус. Lasst uns mal über die eine Bibelstelle schauen, wie Jesus говорит о вере, über den Glauben spricht. Как Иисус, wie Jesus показывает людям веру. Den Menschen den Glauben zeigt. Иисус сперва демонстрировал веру. Jesus zeigte erstmal, demonstrierte den Glauben und dann erklärte es ihnen. В данном случае он сейчас объясняет в Евангелии от Луки. Und im Lukas-Evangelium. Очень такое непростое место. Das ist eine ziemlich schwere Bibelstelle. Потому что когда речь идет до исполнения, denn wenn es um die Erfüllung geht, Писания, тогда оно становится труднее. So wird es schwieriger. Но говоря Священное Писание, я никого не хочу обидеть. Ich spreche mit dem Wort Gottes, ich möchte niemanden hier verletzen. Я хочу, чтобы мы, слушайте, если проповедуется Божье слово и оно тебя не, ну, может, раздражает или касается wenn тебя, das Wort Gottes gepredigt wird und es dich irgendwie berührt, то это очень хороший знак, oder verletzt, dann ist что es Бог ein sehr хочет gutes работать Zeichen, над тобою. Dass Gott mit dir arbeiten möchte. Аминь. Er möchte an dir arbeiten. Сказал им также 17 глава 1 стих и сказал также Иисус ученикам и сказал также Иисус ученикам невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Er sprach aber zu den Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen, wehe aber dem, der durch welchen sie kommen. Вы благословенны в этой церкви, потому что вы сразу же еще и учитесь немецкому языку. Ihr seid gesegnet in dieser Kirche, weil ihr auch die deutsche Sprache вот mitlernt. Вот он не отстает, да? И говорит, и говорит. Der Übersetzer hier spricht und spricht. Это очень хорошо. Das ist gut. Ihr hört ja, hier die Predigt zweisprachig. Это намного быстрее мы входим. Wir kommen viel schneller in das Thema rein. Иисус говорит, что Jesus sagt, невозможно не прийти соблазном. Es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde но kommen. Но горе тому человеку, через которого они приходят. Wehe aber dem, durch welchen sie kommen. Лучше было бы ему, es wäre für ihn besser, если бы повесили мельничный жернов, ну или вот этот камень на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. И дальше он говорит, наблюдайте за собой. Und er sagt weiter, habt Acht auf euch selbst. Наблюдайте за собой. Habt Acht auf euch selbst. Соблазн, der Anstoß, это разрушить в ком-то веру. Zur Sünde ist es, den Glauben in jemanden zu zerstören. Соблазнить кого-то. Jemanden zu verführen. Да, разочаровать кого-то. Jemanden zu обидеть кого-то. Zum Verzweifeln zu bringen, zu verletzen. Невозможно не прийти соблазном. Es ist unvermeidlich, dass Anstoß kommt. Но горе человеку, через которого они приходят. Wehe aber den Menschen, durch welchen sie kommen. Если через тебя приходит соблазн, wenn durch dich dieser Anstoß kommt, у Иисуса нету пощады к таким людям. Hat Jesus keine Gnade für solche Menschen. Сказать, возьмите, привяжите ему на шею веревку и камень и бросьте его в море, извините. Им nämlich zu sagen, es wäre besser für ihn, um den großen Mühlstein in den Hals zu werfen und ins Wasser zu werfen. Wo ist hier bitte Liebe und Vergebung? Иисус говорит, следите за собою. Jesus sagt aber, habt Acht auf euch selbst. Он так говорил, потому что стояли фарисеи. Er sagte das so, weil dort die Pharisäer standen. Потому что фарисеи соблазняли людей. Denn die Pharisäer verführten die Menschen. Они говорили, не верьте этому Иисусу. Sie glaubten ihm, sie sagten ihm, glaubt nicht diesem Jesus. Иисус говорит такие слова. Jesus sagt solche Worte. Он говорит в третьем стихе. Im dritten Vers. Наблюдайте за собою. Habt Acht auf euch selbst. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если он покается, прости ему. Wenn er aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Если семь раз в день согрешит против тебя, в семь раз в день обратиться и скажет каюсь, прости его. Und wenn er siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihn vergeben. И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Und die Apostel sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben.
Как трудно с таким человеком находиться рядом, es, mit so einem Menschen sich который семь раз в день тебя достает, welcher dich siebenmal am Tag семь раз в день он кается, siebenmal am Tag reut es ihn, обязан ему прощать семь раз в день. Vergeben. Это сложно. Das ist schwer. И ученики сказали, нам нужна вера твоя. Die Jünger sagten, wir brauchen deinen Glauben. Вера Glaube необходима ist unvermeidlich для общения. Für Gemeinschaft. Для общения друг с другом. Für die Gemeinschaft miteinander. Чтобы прощать. Um zu vergeben. Вера нужна для того, чтобы ну, бодрствовать. Es ist wichtig, den Glauben zu haben, um achtsam zu sein. Мы иногда не думаем, о чем мы разговариваем. Wir denken manchmal nicht darüber nach, was wir, worüber wir sprechen, mit unserem Nachbarn, mit unserem Bruder, Schwester. Обижаем, manchmal verletzen wir ihn, не понимая этого. Verletzen wir sie und verstehen Jesus es nicht. Сказал, наблюдайте за собой. Jesus sagt, achtet auf euch selbst. Seid aufmerksam. Сейчас наше время. Jetzt in unserer Zeit. Вот смотрите, Библия говорит, чтобы мы благословляли. Schaut mal, die Bibel Amen. Sagt, wir sollen segnen. Amen. Знаете, как написано? Wisst ihr, wie es heißt? Благословляйте врагов ваших. Segnet eure Feinde. Благословляйте оккупантов ваших. Segnet eure Okkupanten. Больно. Как это? Das ist schmerzhaft. Они меня выгнали из дому. Sie haben mich aus meinem Heim vertrieben. Они уничтожили мой дом. Sie haben meine Heimat zerstört. Я должен их благословлять. Ich muss sie noch segnen. Иисус говорит, да. Jesus sagt, ja. Да. Ja. Это очень тяжелая тема. Das ist ein sehr schwieriges Thema. Но я думаю, что если ты принял решение быть христианином, wenn то Христос для тебя превыше всего. Getroffen hast, ein Christ zu sein, dann ist Jesus der Höchste. Все остальное надо убрать в сторону. Alles andere sollst du zur Seite legen. По-божески, так как учит Иисус Христос. So leben, wie Jesus Christus es lehrt. Иисус находился в той стране, в которой была та же самая оккупация, как и сегодня на Украине. Jesus lebte in diesem Land, wo auch die gleiche Okkupation oder der eindringliche Armeen kam wie jetzt in der Ukraine. Римляне тоже там делали, что хотели. Die Römer taten auch, was sie wollten. Иудеи страдали. Und die Hebräer, die они плакали. Litten darunter und они просили Иисуса о помощи. Sie baten Jesus um Hilfe. Но Иисус занимался духовными вопросами. Aber Jesus beschäftigte sich mit geistigen Themen. Во-первых, я хочу сказать следующее. Ich will Folgendes sagen. Не, старайся не быть соблазном для кого-то. Sei kein Verführer für jemand anderen. Потому что это наказуемо. Denn das ist strafbar. Когда человек соблазняет кого-то, wenn du nämlich einen Anstoß соблазняет, zur Sünde gibst, это означает, приведет к греху какого-то человека. Es bedeutet, человека, dass du jemanden zur Sünde führst, поспособствует, чтобы человек согрешил, ihm irgendwie dabei hilft, dass er sündigt, поспособствуешь тому, чтобы человек разочаровался им в Боге. Hilfst, dass er verzweifelt если ты поспособствовал тому, чтобы человек ушел от Бога, dass du da hilfst, dass er von dem, Иисус von Gott очень geht, жестко говорит на эту тему. So sagt Jesus sehr hart, что это проблема будет. Das ist ein Problem. Тебе нужно каяться. Du musst dich тебе нужно подойти к этому bekehren. Человеку. Du musst zu diesem Menschen попросить kommen, прощения. Um Vergebung bitten. Это первое. Второе. Das ist das Erste. Nun если das кто-то против тебя согрешает, wenn jemand gegen dich sündigt, то прощай ему. So vergebe ihm. Не говорится о каком виде греха или что он сделал. Es geht hier nicht um eine bestimmte Art der Sünde. Здесь в общем говорится. Es ist hier allgemein gehalten. Если человек что-то сделал против тебя. Wenn der Mensch etwas gegen dich getan hat. Не обижайся на него. So то есть прости ему. Beleidigt, vergib ihm. Это нужно в первую очередь тебе самому. Du brauchst es in allererster Linie. Потому что непрощение связывает. Denn Nichtvergebung bindet einen. Понимаете? Versteht ihr? Если ты на кого-то, то есть с кем-то имеешь тяжбу, wenn du mit jemandem Konflikte hast, и ты ему не прощаешь, und du vergibst ihm nicht, то ты связываешь этого человека, so bindest du духовно, diesen Menschen, geistig gesehen, ты его удерживаешь, du hältst ihn fest, он себя чувствует как раб, und er fühlt sich wie ein Sklave, тебе нужно отпустить, du musst loslassen, и тебе также нужно отпустить, когда кто-то тебе сделал зло, und sogar loslassen, wenn jemand dir Böses tat, потому что Бог заботится о здравии твоей души и сердца, denn Gott sorgt sich um deine Gesundheit, deiner Seele, deines Herzens, некоторые несут в себе боль, einige tragen in sich dieses Leid. Это неправильно. Nicht, das nicht vergeben. Es ist falsch. Lass отпусти. Los. Lass los. Прости. Vergib ihm. Как написано здесь? So wie es hier heißt. В другом месте священного писания говорит, писание даже не ходи на молитву. In einer anderen Bibelstelle heißt es, geh nicht einmal zum Gebet. Потому что если ты молишься, denn wenn du betest, но не держишь внутри себя непрощение, aber in dir diese Nichtvergebung drin Библия hast, говорит, оставь свою молитву. So sagt die Bibel, lass dein найди того человека, und finde diesen einen реши Menschen, ту ситуацию, löse das Problem, а потом только встань перед Господом, und komme erst dann zu Gott, и молись ему, und bete zu ihm. Вот так должно быть. So soll es sein. Аминь. Amen.
Ученики сказали: Иисус, ты такие требования выставляешь? Die Jünger sagten: Jesus, du hast solche Anforderungen. Умножь в нас веру. Vermehre in uns den Glauben. Еще я хотел бы отметить, что когда есть вера, легче прощать. Ich möchte euch sagen, wenn du Glauben hast, dann ist es einfacher zu vergeben. Когда есть вера, легче бодрствовать и не соблазнить кого-то. Durch den Glauben ist es einfacher, achtsam zu sein und niemanden zu verführen. Иисус здесь объясняет им наглядным примером, что такое вера. Jesus erklärt ihnen beispielhaft, was ist der Glaube. Когда они спросили в 5 стихе, умножь в нас веру, он сказал следующие слова. Er sagte in Vers 6 nämlich: Если бы вы имели веру в зерно горчичное, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, и сказали смолковнице сей, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, исторгнись и переселись в море, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer, она послушалась бы вас, und er würde euch gehorchen. Дальше он говорит, und weiter sagt er, кто из вас, wer aber von euch, имея раба пашущего или пасущего, wird zu seinem Knecht, der pflügt oder weidet, по возвращении своем с поля сказал бы ему, wenn er vom Feld heimkommt, sogleich sagen, пойди скорее, садись за стол, я, ну, как я накормлю тебя, komm her und setz dich zu Tisch. Нет, напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать и подпоясавшись, служи мне, пока я буду есть и пить. Потом ешь и пей сам. Wird er nicht vielmehr zu ihm sagen, bereite mir das Abendbrot, schürze dich und diene mir, bis ich gegessen, getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken. Станет ли он благословлять раба своего, благодарить раба своего за то, что он исполнил приказанное? Не думаю. Dankt er wohl jenem Knecht, dass er getan hat, was ihm befohlen war? Ich meine nicht. Так и вы. Und so sollt auch ihr. Когда исполняете все повеленное вам, говорите: мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen: wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Иисус в этом месте священного Писания соединяет два качества. Jesus verbindet hier zwei Eigenschaften. Веру, Glaube, и смирение, und Demut. Вера работает в смирении. Glaube funktioniert in der Demut. То есть в послушании. Also in der Gehorsamkeit. Раб, ein Knecht. Это его работа. Das ist seine Arbeit. Обслуживать своего господина. Den Herrn zu dienen. И если он целый день пахал или пас, wenn er den ganzen Tag auf dem Feld war und вернулся уставшим, und nach Hause kam замученный, müde, völlig erschöpft, и господин скажет: я хочу кушать, und der Herr sagt: ich möchte essen, то раб, so musste der Knecht не ворчит, nicht murren. Он просто начинает и заходит в кухню, моет руки, er начинает готовить господину. Er geht einfach in die Küche, wäscht seine Hände und fängt an, Суп zu bereiten. Как немцы говорят, Abendbrot, бутерброды. Wie das Abendbrot. Или ужин готовит. Oder vielleicht das Abendessen. Когда господин наелся, und wenn der Herr satt geworden war, садится и сам начинает кушать. Setzt er sich selber und isst. Его даже никто не благодарит за это. Und es dankt ihm niemand dafür. Иисус хочет что-то нам объяснить. Jesus möchte uns hier was erklären. Служение Богу, der Dienst zu это Gott, наша обязанность. Ist unsere, unser Мы не Auftrag. Должны даже ожидать от этого за это какое-то благодарение. Erwartet davon keinen Dank. Потому что мы рабы. Denn wir sind Knechte. И делаем то, что должны были делать. Und tun, was wir zu мы посвятили себя Богу. Wir haben uns Gott hingegeben. Это смирение. Das ist Demut. Смиренное качество. Demütige Eigenschaften. Это человек, когда ходит в смирении, Бог его поднимает. So, der Gott wird ihn erheben, wenn der Mensch да, sich demütig смиренным, verhält. Гордым Бог противится. Den Stolzen ist Gott. Скажите все аминь. А смиренным дает благодать. Aber den Demütigen gibt да, er Gnade. Поэтому очень важно. Deshalb ist es wichtig. И вера, Glaube, он говорит, это зерно. Ist also wie ein Senfkorn. То есть, как семя. Wie ein Samen. Семя – это что-то реальное. Ein Samen ist etwas Reales. Он, Иисус взял самое маленькое семя. Jesus nahm das, den kleinsten семя Samen, горчичное. Nämlich das des Senfkorns. Он это зерно взял. Er nahm den Senf и говорит, вот смотрите, und sagte folgendes: возьми ее в руку. Nimm es in die Hand. Вот так, просто каждому сейчас, просто, ну, меня нету, я хотел привезти с собой семя. Ich wollte euch die mal geben. Оно очень маленькое, желтое такое. So klein und gelb. На ноготь можешь его положить, такое маленькое семя. Ein Samen. Вот вера подобна такому семени. Der Glaube ist so wie dieser Samen. И в этом семени есть сила. Und im Samen ist Kraft. Вера имеет силу. Glaube hat Kraft. Твоя вера имеет силу. Dein Glaube hat Kraft. Amen. Amen. Вера имеет силу. Glaube hat Kraft. Вера имеет способность умножаться или расширяться. Sich zu vermehren, sich auszubreiten. Да, оно, его посадишь в землю. Du wirst es in die Erde pflanzen, und es wird aufgehen. И оно станет великим деревом. Und es wird ein großer Baum werden.
Вера, Glaube. В этом месте Иисус еще что-то чему-то нас учит. Jesus lehrt uns hier noch was. Вера, Glaube. Она работает или начинает что-то делать, когда ей прикажешь. Wenn man ihr etwas befiehlt. Там написано, если скажешь. Wenn du sagst, heißt es. Да? Кому скажешь? Wem denn? Тому, что ты хочешь изменить. Dem oder das, was du verändern möchtest. Вы хотите что-то изменить в своей жизни. Du möchtest etwas in deinem Leben verändern. Вы хотите новую квартиру получить. Ihr möchtet vielleicht eine neue Wohnung erhalten. Вы должны это сказать. Ihr müsst es sagen. Ты хочешь получить финансы. Du möchtest gewisse Finanzen. Тебе нужно это сказать. Haben. So musst du sagen. Тебе нужно получить исцеление. Du brauchst Heilung. Тебе нужно сказать. So musst du es sagen. Сказать, встань. Du musst sagen, steh auf. Поднимись. Erhebe dich. И ввергнись в море. Или und, переселись в море. Und geh ins Wasser, ins Meer. И будет так. Und so wird es so sein. Так работает вера. So funktioniert der Glaube. Работает вместе со словом нашим. Es arbeitet mit dem Wort Gottes Наши уста. Zusammen. Вот почему нельзя молчать. Mit unserem Wort, was wir aussprechen. Когда мы поем прославление, мы прославляем Господа. Wenn wir im Lobpreis singen, so preisen мы не просто думаем wir denken nicht об этом, einfach nur darüber, но мы исповедуем sondern это. Wir rufen Потому es что aus. Слова, они должны исходить из уст Denn наших. Worte müssen aus unserem Mund kommen. Да, так написано здесь. So heißt es hier. Написано, что скажете смолковнице сей. Es heißt, wenn So, ihr würdet dann zu diesem Maulbeerbaum sagen, ihr müsst es sagen, Проклятие, уйди из моей жизни. Fluch, во имя Иисуса. Von aus meinem Leben, in Namen Jesu Christi. Если ты видишь, что такое проклятие? Was ist der Fluch? Это когда что-то негативное снова и снова, снова и снова повторяется в твоей жизни. Wenn etwas Negatives immer und immer wieder sich wiederholt, Это проклятие. Das ist ein Fluch. Проклятие это когда ein Fluch бабушка болела, ist, wenn die Oma мама болела war, той же болезнью, и ты болеешь той же болезнью. Это проклятие, проклятие, это родословное проклятие. Das ist ein vererbter Во Христе Иисусе Fluch. Оно должно быть разрушено in в твоем поколении, чтобы ни дочь твоя, ни внучка твоя damit weder deine Tochter noch deine не пережила это. Das nicht erleben. Понимаете? Versteht ihr? Нам даны, вот это наша власть есть в этом. Das ist unsere Macht. Говорить. Zu sagen. Провозглашать. Zu proklamieren. Благословлять. Zu segnen. Где-то что-то запрещать. Irgendetwas zu verbieten. Что-то останавливать в своей жизни. Anderes aufzuhalten. Что-то переселить. Etwas überbrücken. Подальше отправить от тебя. Wegtransportieren von dir. Да. Это верою мы делаем. Das tun wir mit dem Glauben. Мы словами своими. Mit unseren Worten. Вот так Иисус учил своих учеников. So lehrte Jesus seine Jünger. В этом пункте in diesem Punkt я его так назвал «Вера и смирение». Habe ich es so genannt, Glaube und Demut. Давайте второй пункт посмотрим. Lass uns mal jetzt den zweiten Punkt anschauen. 15 глава Евангелия от Матфея. Matthäus Kapitel 15. Откроем Матфея 15. Lass uns Matthäus 15 öffnen. Здесь написано следующее слово. Hier heißt es. Выйдя оттуда в 21 стихе, Vers 21, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon. У меня сегодня три места священного писания. Ich habe heute drei Bibelstellen. И все три места связаны с действием Иисуса, со словами Иисуса. Und alle drei sind verbunden mit den Worten Jesu Christi. Описанные различными евангелистами. Beschrieben durch verschiedene Evangelisten. Как они это видели? Wie sie das gesehen haben. И мы это абсолютно другая история. Es ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Но она также имеет отношение к вере. Aber sie hat den gleichen Bezug zum Glauben. Когда они удалились в страны Тирские и Сидонские, als sie sich nun in die Gegend von Tyrus und Sidon встретила одна женщина. Trafen sie eine Frau. Написано, вот женщина хананеянка. Und sie eine kananäische Frau. Выйдя из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов». Sie kam aus jener Gegend und rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Дочь моя жестоко беснуется. Meine Tochter ist schlimm besessen. Хананеянка. Eine Kananiterin. Это не еврейка. Sie war keine Hebräerin. Она была из какой-то чужой страны. Sie war aus einem anderen Land. Иисус прежде всего пришел к евреям. Jesus kam in allererster Linie zu den Hebräern. Wir kennen das. Иисус шел со своими учениками. Jesus ging mit seinen Jüngern. И вдруг из какого-то переулка вышла одна женщина. Und plötzlich kam aus jener Gegend Библия говорит, eine Frau. Она не говорила, она кричала. Die Bibel sagt, sie rief. Это говорит о вере тоже. Sie spricht, das spricht auch über den Glauben. Когда мы говорим и боимся, wenn wir reden und ничего Angst не haben, будет. Geschieht nichts. Но когда ты как Вартимей, aber wenn du wie Bartimäus, Иисус, сын Давидов. Jesus, du Sohn Davids. Удивительно, что она его называет сыном Давида. Erstaunlich, sie nennt ihn auch, du Sohn Davids. 14 поколений тому назад Давид уже умер. Vor 14 Generationen ist David doch schon gestorben.
Она его называет сыном Давида. Und sie nennt ihn hier Herr, du Sohn Davids. Ну, потому что он в этом родстве или в этом колене, поколении был, не колене, а из колена Иудина. Jesus kam nämlich aus diesem Stamm. Она начала кричать. Sie fing an zu schreien. Озвучила то, что хотела получить. Und sie rief das aus, was sie bekommen wollte. То есть, also, Вера, Glaube, это конкретное знание того, что ты хочешь. Ist das konkrete Wissen dessen, Господи, was дай du мне что-нибудь. Oh, Herr, gib mir doch irgendwas. И ты уже загрузил небо. Und du hast schon den Himmel überfordert. Oh, der Herr denkt sich, oh, was soll ich dir jetzt irgendwas geben? Бог хочет, чтобы мы были конкретными. Nein, Gott möchte, dass wir konkret sind. Kann mal jemand dazu Amen sagen? Я скучно, наверное, проповедую, да? Bin ich hier ein bisschen zu langweilig für euch? Я вам не нравлюсь сегодня. Gefall ich euch nicht? Я имею в виду, что какой-то как-то настороженно на меня смотрите. Ihr schaut alle so merkwürdig. Внимательно. Alle sehr aufmerksam heute. Danke, so viele Komplimente. Sie schrie zu Jesus. Natürlich, sie hat ein Problem. Написано, что она, значит, кричала: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist schlimm besessen. Но он не отвечал ей ни слова. Er aber antwortet ihr nicht ein Wort. Пока Иисус молчит, solange Jesus schweigt, ничего не происходит. Geschieht nichts. Пока из Иисуса еще не вышли слова. Solange aus Jesus nicht die Worte gekommen sind. Иисус понимал силу слова. Jesus verstand die Kraft des Wortes. Hört ihr mich? Иисус понимал силу слова. Jesus versteht die Kraft des Wortes. Он молчал. Er schwieg. Он не сказал ей: «Нет, я тебе ничего не дам». Er sagte ihr nicht: «Nein, ich gebe Если dir nichts». Если бы он так сказал, все, он уже ничего не получил. Hätte er das gesagt, wäre nichts mehr geschehen. Он молчал. Er schwieg dennoch. И он знал, что все как бы. В этой ситуации мы должны чему-то что-то получить. In dieser Situation müssen wir jetzt heute was bekommen. Он не отвечал ей ни слова. Er antwortet ihr nicht ein Wort. Ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: «Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach». Вот я иду по дороге. Ich gehe also auf meinem Weg. Вот Аня вышла. Und jetzt kommt eine и Frau кричит. Und schreit. Давыдыч, помоги мне! Ну, у меня Давыдыч, у меня кличка была в России такая у меня. Потому что мой отец тоже Давид. Давид. Давыдыч. Давыдыч. Давыдович. Помоги мне. Hilf mir. Я иду дальше. Ich gehe weiter. И она не отстает. Und sie hört auch nicht auf. Давыдыч, помоги мне. Und sie rief: David, hilf mir. Я иду дальше. Ich gehe weiter. Я иду со своими друзьями. Ich gehe mit meinen Freunden. И она продолжает кричать: Давыдыч, помоги мне. Ruft weiter und weiter. Hilf и все, mir. И она уже этих всех достала. Und jetzt hat sie alle genervt. Которые вокруг die Иисуса. Jesus waren. И уже они подходят und и говорят: Иисус, die kommt schon zu Jesus und отпусти sagen, ты ее. Lass sie doch gehen. Она кричит за нами. Sie schreit uns nach. То есть достала. Sie nervt uns. Мы должны доставать на самом деле в молитвах своих. Jetzt im Ernst, wir müssen mit unseren Gebeten mal nerven. Вот я в четверг был, поехал к врачу, к глазному врачу. Ich bin am Donnerstag zum Augenarzt gefahren. Bis 5:06 я пришел, а в 6:05 war ich da und um 6 Uhr schließt die Praxis. Я раз успел зайти. Ich bin zack reingegangen. Я уже там. Und ich bin schon drin. Я ей говорю: мне нужен срочный термин. Und ich sage, ich brauche dringend einen Termin. Мне сказали, что у меня левый глаз перестал работать. Man sagte mir, mein linkes Auge funktioniert nicht mehr. Давайте мне быстрый термин. Gib mir schnell einen Termin. Она говорит: раньше октября мы вас не примем. Sie sagte, nee, vor Oktober wird когда вам что-то говорят, вообще не верьте, даже не, wenn man не euch верьте was sagt, во внимание. Ach, glaubt nicht. Я говорю: слушайте, ich sagte, мне нужен термин завтра hören Sie или zu, на следующей ich brauche morgen oder nächste Woche einen Termin. Быстренько посмотрите, ganz что schnell, вас там schaut mal bitte, was Sie da она tun на меня так смотрит и говорит: sie schaut mich an, я вас только в октябре могу принять. Und sagt, nein, ich kann Sie nur я im Oktober annehmen. Ich sagte, я пастор. Bitte warten Sie mal, и ich bin Pastor. Ich habe verschiedene мне Kirchen. Некогда ждать. Ich habe keine Zeit zu warten. Мне нужно ездить по городам, проповедовать ich Евангелие. Ich muss durch Städte fahren, das Wort predigen. Und sie fragte: welcher Pastor sind Sie? Я aus welcher говорю, Gemeinde? Charismatischen Kirche. Ich sagte: aus einer charismatischen. Она говорит: а что это такое? Und sie fragte: was ist das? Ну, как ей объяснить? Ich fragte jetzt nur: я говорю, wie soll ich das erklären? Gospel Church, как в Америке. Ich sagte: wie eine Gospel Church, wie in Amerika, они lebendig, кричат, sie поют. Beten und rufen und. Lustige Gemeinde, веселая церковь. Eine lustige Gemeinde ist das. Она смотрит так на меня. Sie она католичка, она ничего не видела в своей жизни. Sie ist katholisch, sie sieht. Деревня, Кloppenburger. Aus dem Dorf Kloppenburg. Я ее загрузил. Ich habe sie überfordert. Я говорю: посмотрите, посмотрите, быстренько. Ich schaute: bitte, bitte, schauen Sie mal schnell da rein. Она смотрит. Sie schaut. Она говорит: дайте мне ваш телефон. Sie sagte: ach, geben Sie mir Ihre Telefonnummer. А я ей говорю: вам надо обязательно прийти к нам в церковь.
И sagte, sie müssen unbedingt unsere Но Gemeinde не удивляйтесь, kommen. Когда в нашей церкви Aber в нашей nicht. Церкви могут кричать. In unserer Kirche kann man schreien. Она говорит, зачем? Sie fragte, wozu? Я говорю, когда проблема у человека, он кричит к Богу. Ich sagte, wenn ein Mensch Probleme hat, dann schreit er zu Gott. Молитесь, er kann doch nicht einfach ganz ruhig beten. Nein. Wir hatten nicht so wie in der Geschichte aus der Bibel, Hanna, die nur mit ihrem ihre Lippen bewegt und der Prophet dachte, sie wäre betrunken. Nein, in unserer Kirche wird geschrien. Denn wir glauben daran, Gott ist lebendig. Und sie rief ihm nach, heißt es ja. Diese Frau schaut mich an. Sie war schockiert. Увидела. Wen sie da getroffen hat. Я нам дайте ваш телефон. Und sie sagte, geben Sie mir Ihre Telefonnummer. Und sobald der erste weggeht. Или не придет. Oder nicht kommt. Или откажется. Oder ablehnt. Я вас на это место поставлю. Werde ich sie ersetzen. Но уже нашла там где-то окошко 4 июля. Und sie hat schon einen Termin gefunden am 4. Juli. Случай, und hat mich schon mal dort eingetragen. Но я раньше туда зайду. Ich werde aber früher dahin gehen. Это точно. Das ist sicher. Поверь моей, это будет мне. Nach meinem Glauben soll es geschehen. Und möge das ganze Volk Gottes Amen sagen. Да, слава Богу. Вот так надо работать. So muss man arbeiten. Не у них проблема, не у тебя проблема, у них проблема. Nicht du hast das Problem, sondern die. Когда ты где-то что-то делаешь, это не у тебя проблема. Dann hast du nicht das Problem. Это у них у всех проблема. Bei denen ist das Problem. А ты делаешь свое дело. Du aber tu deine Sache. Ты дочь и сын Божий. Du bist eine Tochter und Sohn Gottes. Аминь. Она кричала. Sie hier also rief. То есть ее она понимала. Sie verstand. Вот нам Бог дал уста, братья и сестры, я вам честно говорю. Geschwister, wir haben einen Mund bekommen. В большинстве случаев нам мы получаем посредством слов наших. In den meisten Fällen erhalten wir das durch unsere Worte. Wir rufen мы стучим, an. Открывает, мы говорим. Wir klopfen und sprechen. Мы встречаемся, мы говорим. Wir treffen uns und sprechen. И то, что мы говорим, то und происходит. Was wir sagen, das tut, das Понимаете? Geschieht auch. Так Wisst, работает вера. So funktioniert der Glaube. Вера работает, как ты говоришь. Der Glaube funktioniert, wie Поэтому du sprichst. Бодрствуй, что говоришь. Deshalb sei achtsam, wie du sprichst. Потому что весь духовный мир полон ушей. Denn das ganze, die ganze geistige Welt ist и позитивный, и негативный мир. Die и все слышат, что ты говоришь. Und alle hören, was du sagst. Если ты говоришь правильные вещи, Wenn ангелы встают и начинают работать. Sagst, so stehen die Engel auf Если und ты говоришь негативные вещи, бесы встают Wenn и начинают sprichst, активно делать что-то в твоей жизни. Aktiv, was in deinem Leben Не позволяй бесам действовать Erlaube в твоей den жизни. Nicht in deinem ты Leben святой Божий человек. Du bist ein heiliger Mensch Gottes. Ну, это было небольшое отступление, но двигаемся дальше. Kurzer Seitensprung, jetzt kommen wir zurück. Ученики его приступив просили отпусти ее, потому что кричит за нами. Die Jünger traten herzu und baten ihn, fertige sie ab, denn sie schreit uns schon nach. Хороший перевод. Обслужи ее, потому что кричит за нами. Es heißt hier, fertige sie ab. В его переводе обслужи ее. In der deutschen Übersetzung. Halleluja, Jesus хочет кого-то сегодня обслужить. Jesus möchte heute jemanden hier Здесь кто-то есть, который нуждается в Иисусе. Abfertigen heißt sowas Jesus wie говорит, я обслужу тебя сегодня. Ты получишь то, что, то, в чем ты нуждаешься. Du wirst heute bekommen, worin du Not hast. Вместо того, чтобы обслужить, Aber anstatt sie abzufertigen oder zu ihr zu dienen, он сказал в ответ, sagte er aber und sprach, он еще не разговаривает с женщиной. Er spricht noch nicht он mit der Frau, sondern mit den Jüngern. Я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Слышите? Hört ihr? Я не имею никакого отношения к этой женщине. Ich habe keinen Bezug zu dieser Frau. Если бы это был мужчина, он бы, знаете, как сказал? Wenn es ein Mann wäre, wisst ihr, was er sagen würde? Он не обрезанный. Er ist nicht beschnitten. С какой стати я буду с ним разговаривать? Weshalb sollte ich Потому mit ihm reden? В израильском народе Denn im Volk Israels через обрезание все делалось. Wurde alles durch diese Beschneidung gemacht. В состав Sie wurden quasi так сказать, церкви ветхозаветней. Mitglieder dieser как, Kirche, с какой созusagen. Стати я ей буду помогать? Aus welchem Grund Она soll ich ihr helfen? Чужой человек. Sie ist ein fremder Mensch. Я послан к погибшим овцам дома Израиля. Ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Не то, что как бы он обманывает. Er blügt hier но nicht, он ее ведет куда-то, эту женщину. Aber er führt hier И он diese хочет ученикам что-то показать здесь. Und er möchte den Jüngern hier etwas zeigen. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, «Herr, hilf mir!» Сильное качество. Скажи, неотступность. Sag mal laut. Кому-нибудь скажите, будь неотступным человеком. Аминь. Sei hartnäckig. Она подошла и начала кланяться. Sie ging vor ihm, fiel nieder. Помоги мне. Hilf mir. Он же сказал в ответ, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Das ist sehr hart. Но и это ее не остановило. Aber selbst das hielt sie nicht Она auf. Сказала, да, Господи.
Sie sagte: Я собака. Я Herr. Да, Господи. Ich bin wie ein Hund. Так, Господи. Sie sagte: Я Herr. Она говорит: Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господь их. Und doch essen die Hunde von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Тогда сказал ей Иисус в ответ. Und da antwortete Jesus und sprach: О, женщина, O Frau, у тебя великая вера. Dein Glaube ist groß. Велика вера твоя. Groß ist dein Glaube. Да будет тебе по желанию твоему. Die geschehe, wie du willst. И исцелилась дочь ее в тот час. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Это единственное место. Es ist die einzige Bibelstelle, где Иисус Христос, wo Jesus Christus, неверующему человеку, нельзя ее сказать, даже неверующей нельзя ее назвать, einem не еврейке, einer nicht Jüdin, nicht чужестранной женщине, einer fremden Frau, говорит, у тебя великая вера. Sagt, du hast einen großen Glauben. Если ты скажешь, я тоже не еврей. Wenn du sagst, ich bin auch kein Hebräer. Ты русский, украинец, du bist vielleicht или, Russe, Ukrainer, oder немец, или Deutsch, еще, неважно, egal wie. То сегодня so, bist du ты heute, должен получить откровение. Musst du heute die Offenbarung bekommen. У тебя все равно может быть великая вера. Du kannst trotzdem einen großen Glauben haben. И ты все равно можешь получить то, und что du Иисус, trotzdem то, bekommen, что Иисус может тебе дать. Was Jesus dir geben тебе kann. Просто нужно верить. Du musst nur glauben. Не отступать. Sei hartnäckig. Да, Господи. Ja, Herr. Но посмотри, Господи. Aber schau doch, ты auch, сам Herr, эту картину раскрыл. Du hast dieses Bild selber ты aufgestellt. Сам сказал, что стоит стол. Du hast selber den Tisch aufgestellt. Ты сам сказал, что на столе лежит хлеб. Du hast gesagt, auf dem Tisch liegt Brot. И сидят детишки. Und es sitzen die Kinder. И они берут, ломают этот хлеб. Und sie brechen das Brot. У кого из вас падали крошки? Wer, bei wem von euch fielen die Brotkrümel? У всех у нас падали крошки. Bei jedem, oder она nicht? Это использовала. Und sie gebrauchte она es. Сказала, если ты мне дашь вот эту крошку, und sie sagte, wenn du mir wenigstens мне будет достаточно. Gibst, wird es mir reichen. Моя дочь исцелится. Meine Tochter wird geheilt sein. Иисус сказал, все, ты поразила меня. Jesus sagte, du hast mich fasziniert. Велика вера твоя. Dein Glaube ist groß. Велика. Groß ist dein Glaube. Иди с миром. Geh mit Frieden. Будет тебе то, во что ты веришь. Es geschehe dir, was du willst. Аминь. Amen. Иисус не пришел разрушать. Jesus kam Иисус nicht, пришел um zu zerstören, sondern um zu erbauen. Иисус пришел выявить. Er kam, um herauszufinden, показать zu zeigen, ценность веры. Der Schatz, der Wert des Glaubens. Amen. Ну и в общем это получила женщина ответ. Und die Frau erhielt ihre Antwort. Да будет тебе по желанию твоему исцелилась дочь его. Es geschehe dir, wie du willst, und ihre Tochter war geheilt. Хоть еще послание к евреям, к Евангелие от Матфея. Lass uns nochmal im Matthäus-Evangelium, 8 главе, Kapitel 8 schauen. Посмотрим коротко еще одну историю. Noch eine Geschichte. Еще одну историю посмотрим. Noch eine Geschichte. Написано в 8 главе Матфея, Matthäus 8, 5 стихом, Vers 5. Написано, когда же вошел Иисус в Капернаум. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, к нему подошел сотник. Trat ein Hauptmann zu ihm. И просил его. Und bat ihn, Господи, Herr, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Mein Knecht liegt daheim gelähmt da nieder und ist furchtbar geplagt. Иисус говорит ему. Und Jesus spricht zu ihm. Я приду и исцелю его. Ich will kommen und ihn heilen. У Иисуса есть такое качество. Jesus hat diese Eigenschaft, которая у некоторых из нас отсутствует. Die bei uns manchmal fehlt. Она называется сострадание. Diese Eigenschaft ist Einfühlsamkeit, Mitgefühl. Er fühlte die Menschen. Schaut mal, mit wem er hier dieses Gespräch hat. Wir würden nicht mit diesen Menschen sprechen. Es sind also jetzt welche in eure Stadt gekommen. Sie haben die Stadt eingenommen, haben ihre Soldaten aufgestellt. Und einer dieser Soldaten ist krank. Einer von diesen Eindringlingen, deren Anführer, Hauptmann, kommt zu Jesus. Er war kein Hebräer. Er war ein römischer Okkupant. Man hasste ihn. Die Menschen hassten ihn. Wisst ihr, durch diese Bibelstellen verstehen wir die Kraft darin, dass wir unsere Feinde segnen sollen. Er liebte sie nicht nur, sondern er heilte sie. Когда Иисус исцелил, denn als Jesus heilte, ни слуга, ни тот сотник больше не будут воевать против Израиля. Haben der Hauptmann und sein Knecht nicht mehr gegen Israel gekämpft. То есть приходит исцеление общества. Es kommt die Heilung der Nation, der Gesellschaft. Не око за око. Nicht Auge um Auge. Иисус говорит, хорошо. Und Jesus sagt, in Ordnung. Я приду к тебе. Ich komme zu dir.
Ich will kommen und ihn heilen. Ich möchte, dass in eurer Stadt Frieden ist. Aber anstatt dessen, dass sie kommen, sagt der Hauptmann Folgendes. Er antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Hier ist auch diese Eigenschaft der Demut. Иисус идет ко мне в дом. Jesus kommt zu mir in mein Haus. Я могу всем сказать, что Иисус был у меня дома. Ich kann zu jedem sagen, Jesus war bei Это mir считалось, zu Hause. Wow. Das war damals Иисус sehr hoch angesehen. Был у тебя дома. Jesus war bei dir zu Hause. Он говорит er совсем sagt другое aber слово. Ganz andere Dinge. Он говорит, то есть он как военный человек понимал силу als приказа. Als Hauptmann, er verstand die Kraft des Befehls. Приказы не обсуждаются. Befehle ja? sind Приказы выполняются. Werden nicht umstritten. Это и есть действие веры. Werden ausgeführt. Das ist auch это eine Tat des Glaubens. Это есть осуществление ожидаемого, о чем вы говорили. Es ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Да, это и есть знание. Es ist das Wissen. Он говорит следующее слово. Er sagt nämlich: Ты, Иисус, не ходи в мой дом, я не достоин принять тебя в мой дом. Du, Herr Jesus, komm nicht in mein Haus. Ich bin es nicht wert, dass du kommst. И он такую сильную мысль говорит. Und er sagt hier seinen starken Gedanken. Он говорит: Ибо я подвластный человек. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten Давайте steht. Поговорим, кто такие подвластные люди? Lass mal drüber sprechen. Was sind diese Vorgesetzten? Это человек. Это подчиненный. Das да. ist jemand, это человек, у которого есть начальство. Es ist ein Mensch, Начальник. Der unter Vorgesetzten steht. Да? Вера. Der Glaube точно так же работает. Funktioniert auch so. Если над тобою нет начальника, wenn über dich kein Vorgesetzter ist, dann denke nicht, dass du nicht gehört wirst. Будь подвластным человеком. Sei unter einem Vorgesetzten. Будь подвластным. Sei unter einem Vorgesetzten. Жена должна быть подвластна мужу. Die Frau soll unter dem Иисус Mann должен sein. Быть подвластный. Нет, не отцу. Jesus sollte unter wem stehen? Иисусу. Мужу глава Христос. Жене Jesus, глава Jesus ist der Haupt des Mannes und die Frau ist unter dem Mann. Иисус, естественно, подвластен отцу. Jesus если steht natürlich так, unter dem Vater, wenn man das so sieht. Там не будем разбираться. Wir wollen das nicht diskutieren. Разберутся отец и сын. Der Vater und der Sohn werden das schon selber klären. Мы должны понимать свою подвластность. Aber unsere Position verstehen. Некоторые жены не слушают своих мужей, Einige потому Frauen что gehorchen а мужчины nicht ihren не слушают Иисуса. Weil die Männer nicht Jesus gehorchen. Ты не можешь требовать от твоей жены послушания, если ты сам не послушный. Du kannst von deiner Frau keine Gehorsamkeit fordern, wenn du selber nicht Thema. Jesus gehorsam bist. Aber das ist ein ganz anderes Он говорит, Thema. Я подвластный человек. Er sagt, ich bin auch ein Mensch, der но unter Vorgesetzten имея у steht. Себя в подчинении воинов, und habe Kriegsknechte unter mir, говорю одному, und wenn ich zu diesem sage, пойди, geh hin, Аня, принеси мне стакан воды, пожалуйста. Пожалуйста. Говорю одному. Wenn ich ihm sage, пойди, geh hin, и идет, so geht er. Другому, und zu einem anderen, приди, komm her, и приходит, so kommt er. И слуге моему, und zu meinem Knecht sage, сделай то и делает. Tu das, so tut er's. Он говорит другими словами, я знаю, как работает, я знаю силу слова. Er sagt in anderen Worten, ich kenne die Kraft des Wortes. Услышав сие, Иисус удивился. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich. Вот это второе место, где Иисус женщине говорит, велика вера твоя. Das ist schon die zweite Bibelstelle, wo er sich wundert. Он просто остановился, говорит, он меня обезоружил своим. Er hielt hier an und war verwundert. И сказал идущим за ним. Und er sprach zu denen, die истинно nachfolgten. Говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. То, что сейчас я продемонстрировал с Аней, я хотел, чтобы вы увидели наглядно, как работает слово. Ich wollte euch jetzt gerade demonstrieren. Ich habe die Schwester um Wasser gebeten und so funktioniert das Wort. Так работает вера. So funktioniert der Glaube. Встань. Steh auf. Сходи. Geh hin. Принеси мне стакан воды. Bring mir bitte ein Glas Wasser. Прошло сколько? Пару минут всего. Wie viele Minuten sind vergangen? Прошла. Eine, zwei. Я уже напился воды. Und ich habe jetzt schon getrunken. Бог быстро отвечает. Gott antwortet schnell. Да. Когда мы верим, wenn wir glauben, когда мы говорим, wenn wir reden, когда исповедуем, wenn wir aussprechen. Бог не хочет мучить. Gott möchte nicht quälen, как нам кажется иногда. Wie wir so manchmal denken. Господь хочет, чтобы мы провозглашали. Gott möchte, dass wir proklamieren верили. Und glauben. Не умоляйте Бога. Er bittet nicht bei исцелиться. Gott.
dass ihr geheilt приказывайте, befiehlt, провозглашайте befiehlt свои болезни, und proklamiert, dass ihr geheilt потому, seid. Что эти молитвы, они, они бесполезны. Diese Gebete sind Ой, Господи, kraftlos. Исцели, пожалуйста, o Herr, исцели. Bitte heile mich, heile mich. И такой отголосок. Нет, я не буду тебя. Und dann kommt so eine Antwort als Echo. Nein, heute nicht. Du bist плохой фильм посмотрел. Du hast heute einen schlechten Film geschaut oder sonst was. Не, Бог не такой. Nein, Gott ist nicht Добрый so. Бог. Gott ist ein guter Gott. Он нам дал власть. Er gab uns schon Macht. У нас есть вера. Wir haben den Glauben. Amen. Пусть вас Господь всех благословит. Möge der Herr euch segnen. Любая ситуация, перед которой вы стоите, jede Situation, die bevorsteht, только для того, ist nur dazu, чтобы посредством этой ситуации выросла ваша вера. Dass ihr durch die Situation einen höheren Glauben habt. Amen. Только чтобы Бог Nur прославился. Damit Gott gepriesen wird. Кто виноват, это, знаете, Wer ist schuldig люди daran? Приходят к Иисусу. Wisst ihr, das sind solche Menschen, die kommen zu Jesus und Слава sagen, Божья должна явиться. Wer ist schuldig? Aber Jesus sagte, nein, Давайте keiner. Помолимся. Die Herrlichkeit Gottes sollte wirksam werden. Halleluja. Lass Слава uns mal aufstehen und beten. Ehre sei dir, Jesus. Ты достоин славы. Du bist es würdig, Ты достоин чести. Alle Ruhm und Ehre быть прославленным в нашей жизни. Du bist es würdig, verherrlicht zu sein. Иисус, я очень благодарен тебе за Божье Слово, ich bin dir so dankbar für dieses которое Wort Gottes, учит меня, welches mich lehrt, которое меня будоражит, welches оно mich меня aufrüttelt, не оставляет равнодушным, es mich nicht gleichgültig lässt. Мне хочется делать шаги веры. Ich möchte Taten des Glaubens я tun. Вижу силу, ich sehe die Kraft посредством твоего слова, durch dein Wort. Господь, я благодарю тебя за веру и смирение. Herr, ich danke dir für Glaube und Demut. Я благодарю тебя за великую веру через хананьянку. Ich danke dir für diesen großen Glauben der kananitischen Frau. Я благодарю тебя за силу веры, которая в слове. Ich danke dir für die Kraft des Glaubens, Скажи только слово, sprich nur и мой слуга будет здоров. Und mein Knecht wird geheilt sein. Аллилуйя, слава тебе, Иисус. Ehre sei dir, Jesus. Сегодня мы можем использовать эти места Священного Писания. Heute können wir diese Bibelstellen для своих личных нужд. Für unsere Nöte. Для решения своих личных вопросов. Für unsere Probleme. Я молюсь прямо сейчас. Ich bete jetzt, чтобы в ком-то выросла вера. Dass in jemanden der Glaube Я wächst. Хочу, чтобы сегодня кто-то услышал. Ich möchte, dass heute jemand hört. Слова, которые сказали апостолы. Die Worte des Glaubens. Иисус, умножь в нас веру. Herr, vermehre in uns den Glauben. Умножь в нас веру. Vermehre den Glauben Иисус, in uns. Умножь в Божьем народе веру. Vermehre den Glauben im Volk Во имя Gottes. Иисуса Христа я молюсь сейчас. In Namen Jesu Christi. Кирабасама рабаши лабадая. Пусть дух веры. Möge der Geist des Glaubens. Пусть дух Божьей веры. Der Geist des Glaubens Gottes умножается в жизни каждого на этом месте. Vermehrt wird in unserem Прямо Leben. Сейчас. Genau jetzt. Имейте веру Божью, говорит Священное Писание. Habt den Glauben Gottes, Я вам говорю, имей веру ich Божью. Sage es euch, habt den Glauben Gottes. И ты будешь видеть чудеса и знамения. Und du wirst Zeichen und Wunder Аллилуйя, раба, спасибо, да, Божьи, лабахая. Давайте немножко на языках помолимся. Lass uns zusammen in Zungen beten. Барабаба, дьяла, босу, кутама, дьяла, баши, намадая. Раба, басима, намоши, лабадиля, бадиля, барабадама, намея, сандас. Roba basa bala boshi la badia la bala mana badia la bala basaya. Chila bala boso chila bate. Rama masa na moshi na madimine beri bala basa.